Добро пожаловать на канал Hardersat Info. Перед нами находится устройство TCL-205, и сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения. Итак, для этого мы свайпаем вниз два раза, ищем здесь режим энергосбережения. Находим и нажимаем на него, нажимаем «Включить». И, в принципе, он у нас включен. Если вы хотите перейти в настройки, то зажимаете на нем пальчик и переходите в такие вот настройки данного режима. Здесь можно задать ему расписание, то есть с учетом уровня заряда. Например, при заряде 15% он будет автоматически включаться. Либо и также можно выключать при полном заряде. Вот, и в принципе это все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.